За технику высочайшая сумма 63,57. И за компоненты тоже на голову она выше всех остальных. Молодец. Семнадцатилетняя Надежда Франции и Yretha SILETE. Очень неплохая у нее была короткая программа на музыку из кинофильма «Черный лебедь». Мы ту же самую музыку, под которую исполняли свою произвольную программу «Волосожар» и «Троньков». Хорошая фигуристка Надежда Франции, но я не думаю, что она, ее результат будет даже приблизительно близок к результату Полины, потому что на сегодняшний день лучший результат сезона у француженки всего-навсего 90,38. Сосредоточиться на выступлении француженки, потому что, я думаю, как и вы, я нахожусь под, конечно, глубочайшим впечатлением того, что сейчас исполнила Полина Коробейникова. И вот все думаю, как же высоко она сможет с этого 12-го места после короткой в итоге подняться. Думаю, что очень высоко. Сегодня у француженки с прыжками, конечно, проблемы серьезные. Вот падение на тройном флипе, серьезная ошибка на тройном лутце. Это я пока их называю тройными. Но вы понимаете, что все это еще может быть поменяться, и эти тройные превратятся в двойные. Это станет известно только после окончания программы. Претензии прежде всего к прыжкам сегодня французской фигуры.